слово «очищение», оно очень затасканное сегодня. И каждый под ним подразумевает очень разные вещи. Но прежде чем на этот вопрос отвечать, надо с вами договориться. А о чем мы имеем в виду под словом «очищение»? Потому что одни говорят, очищать кровь от токсинов. Ну тогда для этого надо гемосорбцию делать в отделении реанимации. Понимаете меня? Другие говорят, очищать кишечник. И это единственное употребление этого слова, правильное с точки зрения медицины. Очистительная процедура – это клизма и прием слабительного. Все остальное – это не очистительная процедура. А когда говорят вот в таком очень широком смысле, что мы занимаемся очищением организма, диета, там, прием целой кучи разных препаратов и так далее, и так далее. Ну, на самом деле, это не очищение организма. Это некая профилактика, комплексное воздействие на организм, в плане там чуть-чуть иммунитет поднять, витаминизировать, дать микроэлементы, нормализовать микрофлору, ту-ту-ту-ту-ту. Но называть все это очищением, с моей точки зрения, неправильно, некорректно. И не только с моей точки зрения. Понимаете меня? А некоторые вообще там ауру чистят, а некоторые карму чистят. И что? Что вы имеете в виду, прежде всего, когда мы говорим об очищении? И говорить об очищении от лямблей тоже неправильно. Никакое слабительное все лямбли не выгонит. Никакое. Слабительное – это лишь компонент. И как я вам сегодня уже говорил, разовый, один раз за один курс. И достаточно его участия.